Уже прошло несколько дней с момента завершения чемпионата мира и Лигмейджор Бостон 2018, а новости, связанные с победителями, продолжают появляться. И каждый из них громче другой. На этот раз, дорогие друзья, мы озвучим денежную сумму, за которую был продан легендарный Dragon Lore, один из самых дорогих скинов в игре Counter-Strike Global Offensive. Однако не просто скин, а с автографом Тайлера Лэтхэма, который выступает за Cloud9 под ником Skadoodle. Сумма покупки на сайте OpSkin составила, внимание, 61 тысячу долларов. Личность покупателя, конечно, неизвестна, однако он обновил предыдущий рекорд стоимости этого скина более чем на 20 тысяч долларов. Ранее сувенирный Dragon Lore с автографом MSL со стикерами PGL Major Krakow 2017 приобретали за 38,5 тысяч долларов. Для простых любителей игр такой ценник просто не укладывается в голове, однако если такие суммы встречаются среди любителей красивых и редких скинов, то что же происходит с продажами наклеек и прочей красочной атрибутики в глобальном плане? Остается только с ужасом догадываться. Известный профессионал Адам Фрибер, который долгое время защищал цвета NIP, выделил основные моменты, которые, по его мнению, нужно изменить в Counter-Strike Global Offensive. Он считает, что необходимо вернуть карту DDoS 2 на просцену, а карты Denuke и The Cobblestone отправить на переделку. Честно сказать, в чем-то он прав, при этом, на мой взгляд, компании Valve нужно собрать как можно больше статистики с уже сыгранных турниров. Возможно, даже попросить некую статистику играемости карт у владельцев европейских ладеров. Там-то фанаты шутера регулярно проводят матчи, и кто как не они, первыми видят популярность тех или иных карт. Эти данные смогут помочь авторам CSGO принять правильное решение в переработке тех или иных игровых локаций для еще большей популярности игры. Фриберг не ограничился предложением в картах, он также прямым текстом указал на исправление Tec9 и M4A1S. Эти девайсы, по его мнению, стали не так популярны, а все потому, что наносят гораздо меньше урона, чем иные винтовки в одинаковых ситуациях. Ну и напоследок нашего выпуска нельзя пройти мимо не самой приятной новости, касающейся одного из французских профессионалов, который столкнулся с болезнью. Игрок G2 eSports Ришар Шокс Папильон поделился в Твиттере результатом МРТ правого запястья. На снимке видна киста размером 2 см. Папильон сообщил, что ему может потребоваться операция, но решение врачи примут немного позже. Многие профессионалы поддержали Шокса в Твиттере и пожелали ему скорейшего выздоровления. У киберспортсменов нередко возникают травмы запястья из-за долгих и изнурительных тренировок. Владислав Гардиан Ковач и Олаф Кайбер брали перерыв в 2016 году из-за таких же проблем. Игрокам потребовалось немало времени для лечения болезни, но после прохождения всех процедур они вновь вернулись в строй. На этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Любите киберспорт, играйте и, конечно же, выигрывайте. Всем пока!